Всім привіт, я Леон Пікачу, і сьогодні я покажу про наші нові подарки. Сьогодні у нас буде в ігрі, я буду показувати, який буде новий подарок. І я знаю, який вже. І зараз я вам покажу через 3 секунди. Ну от, ребята, я захожу на другому аккаунт, вон там. І там вот фрі спін. І я просто десь вижу. Давайте розглянемо, що тут. Короче, вот тут есть кольцо фортуны. Там World Cheat не понял. Ладно. Так. Spin on C. Ладно, так. У нас тут, и давайте рассмотрим, что у нас здесь будет. Рандомный скин первый. Наверное, как... Представляете, рандомный скин? О, круто, офигеть. А это что? Ладно, я потом... Расскажу. Не могу понять. Так, у нас здесь потом 10 алмазов есть. Это он тоже важно. 10 алмазов. Еще у нас 10 x100 вот этих монеток для пропуска. И x5 вот этих кристаллов. Еще 200 x нам дают вот этих жетонов для тоже для пропуска. И алмазов сколько там, неизвестно. И еще x 500 к тому вот этих дропропусков. Это офигенно. Еще нам 5 раз можно прокрутить за день. 5 раз за рекламу. Офигеть, представляете, за рекламу. Это просто вон 30-20 секунд посмотреть. И то можно отойти на 10-20 секунд, чтобы реклама прошла. Это же офигенно, ребята. Это как круто, разрабы. Хочу, у меня есть, ну, рандомный скин. Ну, можно его, конечно, купить, но это офигенно. Еще персонаж, наверное, это будет вот тут. Кто, я не знаю, еще что. Потом сам будем. Я поговорю. Ладно, так. У нас еще там, вот тут есть 100. Ну, это мы уже потом обсудим, когда он уже выйдет. Будем смотреть уже. И у меня еще другой аккаунт, и я потом на нем что-нибудь прокрутил. Ну, рандомный скин, это какой? Мод эпик. На легендарный, на невозможно. Ну или что, я не знаю. Еще на снимке, так что нельзя смотреть. И самурай, это офигенно. Тоже. Еще, может быть, там еще что? Самые крутые скины еще. Ну, джетпак. Мне тоже нравится. Летающий ранец. Можно еще сказать, там называется. Еще что? Так. Что у нас еще может быть? Амогус тоже. Три скрина, так. Там еще что? Напишите в комментарии предложение. Так.